центре «Особое детство» играли в веселые старты с элементами квеста. На игру собралось более 50 человек. Приехали гости из клуба «Поиск» поселка Красное, танцевальный коллектив «Орхидея». За соревнованиями наблюдала и наша съемочная группа. Эти аплодисменты в честь всех участников сегодняшнего мероприятия. А на веселые старты собралось без малого 50 человек. Это дети, их родители и педагоги. Программа праздника подготовлена так, что никто не останется равнодушным. Я сегодня пришел на конкурс просто попить чай. Ну, на чаепитие пришел. Тебе здесь нравится? Да. Я много чего сюда пришел сделать. Например? Хочу, чтобы мой папа выиграл. Здесь разбирают пулемет, но я не знаю, как называется. Наверное, Калашников. Пулемет Калашников. Я перезаряжал патроны. Ну, и не можно перезаряжать патроны. Все участники разделились на 4 команды. Конкурсы несложные, но определенная сноровка все же нужна. Особенно при сборке-разборке автомата, знании воинских терминов. Семья Белугиных, например, с этим заданием справилась на ура. Да сложно, ничего, в принципе-то нет. Главное, это время было. Ну, только началось это все, еще как бы сложного, да? Со сложностями столкнулись. А тебе что понравилось уже? В чем ты участвовал? Мне понравилось, что я с автоматов, что я стрелял. Впрочем, участники клуба «Особое детство» отмечают, что грустно в этих стенах не бывает никогда. Очень нам нравится сюда ходить. Мне семья очень рада, что тут открылся у нас рядом, тем более с домом. В город не могли ездить. Да, нравится. А в каком конкурсе ты уже участвовал? Что ты делал? Я? Да. Я собаку переносил. Через мост. Помощь в организации праздника в центру традиционно оказывают работники полиции и Росгвардии. Еще в прошлом году между особым детством и обществом «Динамо» был заключен договор, в рамках которого происходит тесное сотрудничество. И вот то, что они вместе работают, вот, как одной семьей, мне кажется, это очень здорово. Тут и сплоченность коллектива, и вот какая-то дружба. Ведь они потом все равно где-то встретятся и узнают друг друга. Я считаю, что это здорово. Реализовать сегодняшнее мероприятие удалось благодаря грантовой поддержке от администрации Ненецкого округа. Он, конечно, небольшой, но тем не менее он позволил собрать ребят поселка Красное, это целых 2 команды, ребят из детского дома, ребят переселенцев с других регионов, то есть мигрантов и беженцев, ребят региональной общественной организации «Особое детство». Участники «Особого детства» с нетерпением ждут, что вскоре их центр поменяет адрес. В планах переехать в новое здание. Оно специально построено под нужды организации и станет настоящим реабилитационным центром для детей с особенностями развития. Хочется выразить большую благодарность Александру Витальевичу Цибульскому. Хочется выразить огромную благодарность таким организациям, как «Общество Динамо», «Русский дом», девочкам из коллектива «Орхидея», «ВПК Поиск», ну и многим другим, которые нам безгранично, безвозмездно помогают. Несмотря на то, что соревнования носят шуточный характер, жюри обозначило победителей. Ими стала команда «Виват» из поселка Красное. Все участники получили грамоты и сладкие подарки. Участники клуба «Особое детство» надеются, что следующее крупное мероприятие, летний лагерь, пройдет в новом современном просторном здании. Ольга Русул, Владислав Ткачев, телеканал «Север».